Всем привет, я вас приветствую на шоу «Мастер Холостяк», и будет необычное задание для наших участниц. Они будут кинуть такие бумажечки. Могут идти три участницы, есть такие карты, ну, это, в таких бумажечках есть «Остаешься», «Выбыла», есть «Остаешься или нет», есть два знака вопроса. Есть, конечно же, ну, ответы. То есть. И что ж, первая будет Маргарита. А какая Маргарита? Ну, ты спросила, давай ты, что ли? Ну, ладно, что ли. Итак, я вытянула вот такую вот бумажечку. Сейчас прочитаю, что там. Ура, я остаюсь на этом проекте. Ура! Следующая Маргарита, иди сюда. Что ж, я выбрала такую вот. Сейчас посмотрю, что там. О, нет, остаешься или нет. Это значит, что Маргарита, ну, пока что ей придется тянуть карточку, но после, вот, как все пойдут, поэтому да. И, кстати, извиняюсь, 11 таких карточек, потому что, да, ошиблась. Итак, вот что у меня в карточке. Остаешься, ура! Аня, мы так за тебя рады! Следующая я. Я выбрала вот такую карточку. Вот она. Сейчас я открою, посмотрю, что там. Ура, я остаюсь в этом проекте! Я так не сделала. Итак, я следующая, сейчас я выберу и открою карточку. Это знак вопроса. Значит, я могу выбить из этого проекта. О нет, я так не хотела. О нет, я выбыла все из этого проекта. О нет. Ну, хотя бы я осталась до второй серии. Я была очень рада поучаствовать на этом проекте. Фрэнки. Девочки, пожелаю тебе всего самого лучшего, но ты остаешься до конца, ну, до конца этой серии. Поэтому, ура, я так рада, спасибо вам. Не за что. Итак, следующая я. Знак вопроса. Значит, я не знаю, выйду я из этого проекта или нет. И значит, я остаюсь, сейчас проверим. Остаюсь. Наконец-то. Итак, сейчас они будут тянуть карточки. И, ну, типа, знак вопроса, остаешься или нет, и всякие такие. Поэтому приступим. Ура, я остаюсь. Наконец-то. Итак, я выбыла. Ну, я хотя бы... Ну, я хотя бы побывала до второй серии, я очень рада за Сашу, потому что она выиграла, она очень хорошенькая соперница, поэтому я ей желаю всего наилучшего. Ну, и остальным участницам, которые остались. И это значит, что я выбыла, ну, как бы, я желаю всем остальным участницам не отчаиваться. И всего наилучшего. Итак, участницы сейчас пожелают всего наилучшего нашим будущим, чтобы они вернулись и еще раз выиграли. Извиняюсь, я чуть-чуть ошиблась. Вернулись и выиграли. Еще раз вернулись и выиграли. Лили, я тебе желаю всего наилучшего, чтобы ты вернулась на этот проект и, конечно, победила. Мама, я тебе желаю всего наилучшего, чтобы ты даже выиграла, выиграла меня, обыграла. Спасибо. Поздравляю тебя с будущим днем рождения, желаю тебе счастья и здоровья, чтобы ты шла на проект и выиграла. Итак, поздравляю тебя с днем рождения тоже. И я хочу, чтобы ты выиграла, обыграла просто всех. И еще хочу, чтобы Саша выиграла для тебя. Ну, в общем-то, и все. Конечно, очень жаль, что ты выбыла из этого проекта.
Мы с тобой подружились чуть-чуть, да? Да. Это первая девочка, с которой я познакомилась на этом проекте. Я остальных девочек узнала. Вот. И просто с тобой знакомство очень мне понравилось. А всем остальным мы желаем счастья, чтобы они тоже выиграли в следующих сезонах. И всем пока! Мы желаем всем счастья и здоровья. А мы пока что уходим. Мы думаем, что мы в следующие разы выиграем. Итак, всем пока! Пока-пока! Вы были на проекте «Монстр Холосяк». Итак, всем пока!